Let's go! Ой, как Вульф вот так замотался? Бит из жвачки. Боже мой! Я даже не могу ей играть. Не переживай, мы будем рядом. Так, как мило смотреть на то, как дети заботятся друг о друге. Как вы думаете, что задумал Вульфу? Ну как? Тебе нравится, как я выгляжу? Я упал на горке. Хорошо, вернемся к проектам. Ты можешь работать со мной, если хочешь. Такой поступок Вульфу не очень хороший по отношению к друзьям. Присмотри за моделью, пока я все исправлю. Хорошо? Кэт очень переживала насчет Вульфу. Но смотрите, Вульфу не подумала о последствиях своего обмана. Видела, какой я был быстрый. Так, твоя рука в порядке? Яблочная жвачка. Простите, я просто хотела внимания, как Буфо. Возьмите жвачку. Я больше не буду обманывать. Хорошо. Эй, дети, обманывать нехорошо. Малышка Дженни, элементаль. Не могу вспомнить. Эй! Так, Кэт учит Вульфу, какие 5 элементов есть в природе. Эта машина клонирования элементов поможет Вульфу учиться. Вульфу! Где может быть Вульфу? Меня звала Кэт, да?
нет! Вульфу не стоит играть с этой машиной, он ведь не знает, чья она! Дженни, жди здесь! Чудеса! Эта машина может клонировать Дженни в малышек элементарий. Ну и где он? Боже мой! В гостиной Кэт малышки устроили беспорядок! Что использовала твою машину без разрешения. Я просто хотела помочь Вульфу выучить стихи. Хорошо, что ты признаешь свои ошибки. И благодаря тебе я теперь знаю все стихи. Это металл, дерево, вода, огонь и земля. Робот Люси. Что это? Пришелец одолжил ее мне, когда ты была у бабушки с дедушкой. Но теперь ты дома. Я отдам ее обратно. Нам нужен теперь новый? Вау! Робот Люси может его починить? Невероятно! Какая она полезная! Может, оставим ее еще на чуть-чуть? Смотрите, кажется, Люси это не особо нравится. Помогите мне присмотреть за Дженни. Предоставь это мне. Увидел Вульфу. Робот Люси хороша во всем. Ты уверен? А как насчет футбола? Да. Я хочу быть в твоей команде. Боже, робот Люси отлично играет в футбол. Это такой классный робот!
О нет, Люси вот-вот расплачется. Люси! Люси! Ты в порядке? Спасибо. Ты намного лучше любого робота. Вау! Эта последняя модель робота вышла в этом году. Как круто! Вот бы я так умел, как робот. Вульфу хочет стать роботом. Я хочу стать роботом. Да. Я выбираю этого. Итак, желание Вульфу исполнилось. Интересно, быть роботом так весело, как считает Вульфу? Люси, давай я тебе помогу. Да! Давай я. Оу, хорошо. Хорошая идея. Но я думаю, есть один недостаток. Пора обедать. Подожди. Ой, роботы не могут есть вкусную еду. Я тоже хочу поиграть. Ой, у робота снова села батарейка. Это тебе. И не только. Робот не может плавать. Вульфу, лучше всего быть собой. Но я так устал убирать в доме. Давай я тебе помогу. Вот видишь, всегда лучше быть собой. Где уши Пандо? Для чего это? Вульфу, ты уже убрал свои игрушки? Вау, это невероятно! Отличная работа! Этот гаджет такой крутой! Привет! Мой папа готовит новые блюда. Пойдем ко мне, попробуйте. Пока-пока! Боже мой, уши Панду пропали! Дети опять балуются. Пойду к Панда позже.
Бандо ничего не знает о пропаже его ушей. О нет! Где мои уши? Какие же уши подойдут Пандо? Да, похоже на настоящие. Спасибо. Ой, уши Пандо отвалились. Нужно вернуть уши. Да! Прости, что смеялась над тобой. Все хорошо, вы ведь мне помогли. О, нет. Боже. Чья мама лучшая? Только не это. Мама, мама! О боже! Боже, пошел дождь. Мама поспешила снять одежду. Вся еда сгорела. Смотрите, сегодня в доме просто бардак. О нет, это слишком опасно. Благодаря суперсилам мама спасла своего ребенка. А еще она отпугнула вора. Вот бы у меня была такая мама, как по телеку. Как думаете, кто лучше? Мама Вульфу или супермама? Помогите! Вау! Как круто! Нет! Мама, поиграем в догонялки? Мама, потанцуй с нами! Да!
Супермама — это, конечно же, классно, но наша мама не хуже. Да. Давай поможем маме с работой по дому. Да. Вот видите, родная мама всегда лучше, правда? Вульфу против 100 заводных кукол. Попался! Они играют в полицию и вора. Вау! Мне пора идти с Пандо. Нет! Поиграй с нами, Вульфу! Вульфу! Привет, Люси! О нет, Люси не хочет отпускать Вульфу с Пандо. Никуда не уходи и жди нас. Вау! Заводные куклы, которые можно превратить в Вульфу. Бежим! Боже мой! Посмотрим, что же сделает Люси. Вульфу использовал куклу, чтобы сбежать. Я должна найти его. О, нет! Помогите! Оу, что случилось? Понятно. Вы оба хотите играть в свою игру. Давайте не будем выбирать, а объединим их. Помогите! Вульфу, извинись. Ой, что случилось? Кто-то испортил мой сад. Я обязательно должна выяснить, кто. Вы случайно не знаете, кто это сделал с садом? Нет. Да! Это зеркало правды. Оно помогает найти обманщика. Да-да, спасибо. Подходите. Посмотрим, кто же врет. Стоп! О нет, Вульфу очень подозрительный. Оу!
Он так работал, чтобы вырастить цветы. Мне не стоило этого делать. И теперь Вульфу осознал свою ошибку. Простите, это я испортил сад. Стоп, стоп! Хорошо, что ты признал свои ошибки. Я помогу посадить новые цветы. Ребята, если вы делаете ошибку, признавайте ее и исправляйте. О, нет! Почему ты такой сильный? Я! Бау! Пандо хочет, чтобы однажды он стал таким крутым, как мистер Пантера. Нет! Помогите! Помогите! Мой папа сделал спортивную игру «Клуб здоровья». Да, да! У вас отличное здоровье. Начнем. Вперед! Погнали! Вау! Все очень хотят увидеть сегодняшний матч. Ура! Вульфу закончил первым и получил больше энергии. А в это время Пигги и Пандо заняты игрой. Смотрите, энергия Пандо и Пигги вот-вот закончится. И вот настал день матча. Кто победит? Помогите! Да! Нет! Вульфу победил, потому что он тренировался и правильно питался. Мы поняли! Свадебные подарки. Я хочу отметить нашу годовщину свадьбы с семьей Пандо и Кэт. Что скажешь? Отличная идея. Вау! Спасибо нашим папам за все. А особенно за эти прекрасные подарки. Почему мама Пандо называет нас подарками? А что, если папы просто подарили нас мамам на свадьбу? А вот и женихи с подарками наших невест.
Откройте глаза. Интересно, Пандо прав? Ага. Нам тоже подготовить родителям подарки? Ага. Давайте подарим им детей. Посмотрим, что за подарки они подарят. Можно мне взять Дженни? А можно мне его ненадолго взять? Стоп, где Кэт? А у меня нет ребенка для родителей. Ага. Малыш Супермен, отличная идея. А вот и дети с подарками. Зачем вы принесли нам детей? Я подумала, что наши папы подарили нас вам. Для нас вы самые лучшие подарки. Но детей вот так не дарят. Но спасибо. Эта малышка милая, и мне очень приятно.